Из представительниц этих трех знаков зодиака получаются самые лучшие жены. Это невероятно точно. Нельзя не признать, что знак зодиака человека может многое рассказать о его характере. Именно поэтому неудивительно, что огромное количество мужчин прибегает к помощи астрологии при выборе наиболее подходящей спутницы жизни. Раки, принцессы! Если вы когда-либо встречали представительницу этого знака зодиака, то вам вероятнее всего известно, что женщины-раки – одни из наиболее страстных людей на планете. Они всегда пылко выражают свои чувства по отношению ко всем и ко всему, что им нравится. Женщины-раки готовы на многое, чтобы защитить своих родных и близких. Они никогда не упустят возможности показать своему мужчине, как сильно они его любят и как заботятся о нем. Вполне логично, что мужчины захотят себе в жены такую женщину. Представительница этого знака зодиака сделает все для того, чтобы ее вторая половинка была уверена в ее любви и ни в чем не сомневалась. Также следует знать, что женщины-раки имеют привычку многое преувеличивать. С одной стороны, это может показаться недостатком, но не настолько серьезным, чтобы передумать жениться на представительнице этого знака. В конце концов, у нее есть много других плюсов, поэтому не медлите и сделайте ей предложение, когда выдастся такая возможность. Женщины-раки ориентированы на семью и понимают, что стоит создание правильной атмосферы в доме для вас и ваших будущих детей. Представительницы этого знака зодиака также хорошо ведут хозяйство и вкусно готовят, поэтому если вы будете женаты на одной из них, то никогда не останетесь голодным. Вступая в брак с женщиной-раком, вы женитесь на прирожденном учителе. Она умная, терпеливая и красноречивая. Две основные вещи, которые они ждут от своего будущего избранника – уважение и честность. Овны, волшебницы, представительницы этого знака заставляют мужчин падать перед ними на колени. Женщины-овны невероятно очаровательны и умело этим пользуются. Они невероятно красивы, амбициозны и трудолюбивы. Они не будут медлить, когда речь заходит об их желаниях. Представительницы этого знака – целеустремленные личности, которые всегда стараются совершать правильные поступки и действовать благородно. Женщина-овен мечтает о многом и ищет мужчин, который будет делать то же самое. Она не сможет вытерпеть мужчину, который не готов трудиться так же упорно, как и она сама. Она вызывает уважение абсолютно у всех, кого встречает на своем пути, и всегда подтверждает свои слова делом. Окружающие всегда удивляются тому, как ей удается достигать таких результатов. Представительница этого знака зодиака будет мотивировать своего мужчину стать таким же сильным и успешным, как и она сама. Она не будет мириться с посредственностью, а ее стремление к идеалу заразительно. Женщина Овен очень ответственна и всегда отвечает за свои ошибки. Из них получаются хорошие матери, которые воспитывают первопроходцев и инноваторов. Себе в спутнике она выберет мужчину с таким же сильным характером, как и у нее самой. Женщина Овен не хочет тратить время зря на мужчин, которые не смогут выдержать ее пылкость. Львы – любовницы. Женщина-лев – одна из самых гордых и сильных людей, которых вы когда-либо встретите. Представительница этого знака зодиака – современное чудо женщины, обладающие невероятной силой и целеустремленностью. Их не привлекают обычные парни. Они заинтересованы только в тех мужчинах, которые чем-либо выделяются из толпы, в мужчинах, которые могут быть выше остальных. Самое удивительное в женщинах-львах – это то, что когда они наконец-то встречают достойного мужчину, то им даже не приходится прикладывать какие-либо усилия для того, чтобы добиться его расположения. Мужчины падают перед ними штабелями, ведь они очаровательные, харизматичные и привлекательные женщины, в которых легко влюбиться. Еще одним преимуществом отношений с представительницей этого знака зодиака является то, что вы всегда будете уверены в ее преданности вам. Вам никогда не придется беспокоиться о том, что она может вам изменить. Она уважает вас, но будет ожидать того же от вас в ответ. Сегодняшний выпуск окончен. Спасибо, что были с нами. Если вы хотите больше узнать о своем знаке зодиака и об интересах, характерах и нравах окружающих вас людей, оставайтесь с нами. –